Здравствуйте. Я Виктор Андреев, руководитель Центра поддержки молдаван Дальнего Востока и один из победителей всероссийского конкурса межэтнической журналистики «Смиротворец-2019» в номинации «Радио». И сегодня вместе с Ассамблеей народов Хабаровского края я хочу представить для вас корейское национальное блюдо «Жареные ребрышки с кимчи». У индусов есть очень интересная традиция. Если повар приходит на работу в плохом настроении, то он не допускается к работе. А у меня сегодня настроение превосходное, и поэтому ребрышки мы будем готовить в отличном настроении. Нам понадобятся свиные ребрышки, кимчи, соевый соус, растительное масло, кунжутное семя. Свиные ребрышки обжариваем до вкусного золотистого цвета в небольшом количестве растительного масла. На ребрышки выкладываем кимчи, добавляем немного соевого соуса и тушим, пока пекинская капуста не станет мягкой. В конце добавляем немного кунжутного семени. Блюдо готово. Ну вот, добавили еще немножечко кунжутного семени, и теперь можно сказать, что наше блюдо кимчи по-кым, как оно называется по-корейски, вполне готово. Его можно есть. На самом деле, существует еще один вариант приготовления этого блюда, когда вы ребрышки отдельно запекаете в духовке и отдельно тушите кимчи, а потом соединяете все вместе, добавляете соевый соус и также добавляете кунжутное семя. Но совсем не важно, каким способом вы будете готовить это блюдо. Самое важное, чтобы вы оставались дома и всегда были только на позитиве. Приятного аппетита!